Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал «Деревенский дневник». Очень многодетной мамы и канал «Мать-героиня». Мои хорошие, напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется «Галинка-малинка 2. Обзоры». Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях. Но вы не забывайте переходить и подписываться. Ну что ж, а поговорим о Лёльке. Знаете, интересный момент получается. Несколько дней тому назад, когда Лёлька устроила буквально самую настоящую экскурсию своим детям, по грязным сараям, а также по двору, где тоже была грязь, только уже покрытая льдом, я Лёльке напомнила. Лёля, надо любить, мол, не только саму себя и заботиться только о самой себе, да, уж как-никак, ни для кого не секрет, что Лёлька все-таки изредка куда-то, но выезжает. Но я предложила Лёльке вспомнить, что у нее тоже есть дети, которым надоело сидеть за этим глухим забором, и было бы хорошо вспомнить, что когда-то она все-таки детей возила Джуманджи, так скажем, младших отвезти в Джуманджи, ну а среднюю тройку игроков отвезти, допустим, на закрытый каток, дабы они покатались, получили наслаждение, потом сходили куда-нибудь в кафе, в общем, провели время с пользой, как говорится, да, с пользой для себя, для удовольствия и так далее. Каково было мое удивление, когда я увидела сегодня, друзья мои, в телеграм-канале у Лёльки фотографию, где Женечка, кормящая медалистка, в окружении Дани и Саши, в окружении брата и сестры, стоит на закрытом катке. Видимо, Лёлька все-таки услышала мои слова, так скажем, и решила, что да, действительно, и деточек бы неплохо куда-то вывести. Скорее всего, зарабатывает она, конечно же, баллы. Нужно ей демонстрировать, что у нее картинка прекрасной семьи. Но, опять же, понятное дело, Лёлька нацелилась на 1 000 000 рублей и на звание «Мать-героиня». Надо же как-то все это дело благополучно зарабатывать, в том числе и зарабатывать баллы. Но, ребят, вы знаете, хочу я сегодня поговорить с вами абсолютно не об этом, а обсудить очень интересный момент. Очень интересный момент, учитывая, друзья мои, что последнее время у нас Лёля чувствует себя, так скажем, нехорошо. И даже бедная несчастная вынуждена собирать сумму в 30 тысяч рублей на свое лечение. Казалось бы, знаете, такая сумма, ну, совсем небольшая, да, учитывая, что Лёлька зарабатывает и на Ютубе, и помимо Ютуба, и есть у нее фермерское хозяйство, которое тоже приносит ей очень и очень, друзья мои, хорошие деньги. Так вот, вы знаете, что мне хочется сказать? Как-то вот интересно получается. Лёлька себе ни в чем не отказывает. Детки у нее тоже катаются вовсюда, да? И вот Женька, кормящая медалистка, нигде особо, я смотрю, не работает. Приехала недавно из Пятигорска. Каталась, значит, на день рождения или куда-то там в гости к своей подружке. И тут бац, маманя не может набрать, не в состоянии набрать несчастные 30 тысяч рублей себе на лечение и себе на таблетки и на лекарства. Вот согласитесь, какая-то интересная происходит ситуация. Тут я решила все-таки, я знала про этот, значит, магазин, да, онлайн, про этот сайт Олюшка с Ольгиной продукцией, с Лёлькиной продукцией, с Поберухиной продукцией. Тут я решила зайти, друзья мои, в телеграм-канале и посмотреть, как говорится, почему. В чем же фунт лиха? Поскольку продает Лёлька свою молочную, свою мясную продукцию, что же она там умеет? Имеет, вернее. Имеет она, друзья мои, по полной программе своих хомяков, которые благополучно эту продукцию втридорога буквально покупают. Мне даже больше сказать нечего, ребят, это просто какой-то кошмар. Вы знаете, вот эта вот Олюшка, я бы сказала, да, как назван ее магазин, ее сайт, совсем обалдела. Лёлька, у тебя ценник, ты знаешь, выше, дороже, чем у других фермеров, буквально в несколько раз. Ребят, говорю это потому что знаю, потому что, да, мы живем не в Тамбовской области, но у нас такие же примерно зарплаты, как и у них в регионе. И точно так же, да, мы, как и многие другие люди, покупаем продукцию фермеров. Но вы знаете, как-то вот фермер, конечно, фермеру рознь, не все так наглеют, как Лёлька. Я бы сказала, что наши продают еще по очень хорошим ценам, потому что вот я посмотрела даже, что касается яиц, да, если у нас продают по 120 рублей куриные яйца домашние, Лёлька их продает
за десяток 176 рублей за десяток. Коровье молоко, друзья мои, мы сейчас покупаем вообще просто очень и очень дешево. 210 рублей она стоит, 3-литровая банка, то есть 70 рублей за литр. Коровье домашнее молоко. Это, конечно, я считаю, что да, это совсем недорого. Лёлька же продает литр за 157 рублей. Сливочное масло, которое у нас у фермеров продается за 1200 за килограмм, Лёлька его продает за 2000 за килограмм, друзья мои. Только вдумайтесь, да, какие у нее такие прям классные ценники, конечно, замечательные. Опять же, ребят, я ничего не хочу сказать, а, как говорится, на рынке, да, кто-то продает, кто-то покупает, каждый, как говорится, найдет себе, да, у кого покупать, кто-то найдет, кому продавать, да, и, естественно, это ей решать, ей как фермеру, но опять же, друзья мои, да, если ты продаешь все настолько втридорога, то почему ты сидишь потом и клянчишь несчастные 30 тысяч рублей себе на лечение на таблетки? Вот это уж самое настоящее свинство. Далее, когда я посмотрела ее, значит, расценки на свинину, я, честно сказать, чуть было не упала в обморок, потому что у нее шея свиная, обычная шея свиная, которая у нас стоит, да, 400-450, ну пусть 500 края рублей за килограмм, домашняя, я имею в виду, да, у нее стоит 1000 рублей за килограмм. Вы только вдумайтесь, друзья мои, это, конечно, что-то с чем-то. Там разные расценки, и вы знаете, ребят, вот глядя на эти ценники, все-таки как-то, вы знаете, я прекрасно понимаю, да, как говорится, откуда берется цена, и как ни крути, когда выставляет уже фермер окончательный свой ценник, он все равно в любом случае вынужден ориентироваться на, конечно же, покупателя, да, на зарплаты покупателя в этом регионе и так далее. Лёлька рассчитывает либо на разового покупателя, либо рассчитывает на своих зрителей, которые будут брать у нее, пусть и втридорога, но ее продукцию, но будут брать только потому, что они поддерживают свою любимую Лёлечку. Знаете, вот честно, ребят, глядя на Лёлькин ценник, глядя вот на Лёлькин вот этот вот прайс-лист, мне хочется спросить: Лёлька, а как же вот это вот твои слова, да, на последних стримах, что, мол, надо делиться, надо уметь отдавать ближнему, дабы получить взамен еще больше? Нет, друзья мои, это не про Лёльку, я всегда об этом говорила, у Лёльки зимой снега не выпросишь. Лёлька со своими расценками на вот эту фермерскую свою продукцию, она готова еще с 3 шкуры содрать, друзья мои, представляете? Я когда увидела, значит, в прайс-листе как раз-таки куриную тушенку, я сразу вспомнила те банки ужасные, которые крутил Лешка Картошка вместе с Женькой, кормящей медалисткой, и меня чуть было не вырвало, потому что я помню, я еще тогда комментировала этот ролик и сказала: фу, какой кошмар, да, я когда покупаю куриное филе, я всегда его обрезаю от всех этих пленочек, от всех вот этих вот желтеньких штучек, да, и всего прочего, а Лёлькины дети вот это все готовили на продажу, кусками нарезали, даже пленочку не сняли, с этими жировиками совсем на свете прям туда засунули этими кусками, ребят, честно, я тогда смотрела, меня чуть не стошнило, они предлагают это людям купить, вот эту банку тушенки куриной 0,5 за 557 рублей, это, конечно, что-то с чем-то. Ну, а вообще, ребят, Лёлька, конечно же, молодец. Лёлька прекрасно понимает, что ей надо делать деньги, что она, в принципе, и делает, и плевать ей абсолютно на всех и на вся. Да, вот рассчитывает она получить, поэтому она не просто так давала ценные указания на последнем стриме, мол, не забудьте, вы можете меня поддержать, прикупив у меня мою фермерскую продукцию. Лёлька, ты знаешь, твоя фермерская продукция, она слишком по ценнику очень взлетела вверх, да, я бы сказала так, потому что, ну, знаете, люди, у них не бездонные карманы, как ни крути. И, конечно, человек лучше пойдет, купит вот эту вот шею, да, свиную, грубо говоря, в магазин за 400-450 рублей за килограмм, нежели пойдет к Лёльке и будет ее покупать за 1000 рублей за килограмм. Конечно, это очень дорого, ребят. Это очень дорого. И Лёлька не делает абсолютно никаких скидок своим же зрителям, в том числе и своим донатчикам, тем людям, которые ее поддерживают, и все ее благополучное, так скажем, семейство. Ну а далее, друзья мои, я смотрела вот эти, значит, все фотографии на ее сайте.
была такая интересная фотография, где бедный Яков сидит, схватился, знаете, зубами вцепился в бутерброд, ногти у него там под ногтями все грязное, ребята, это, конечно, просто умереть не встать, лицо у ребенка скривилось, видимо, очень, но очень вкусно, в общем, ребят, это не реклама, это полнейшая антиреклама, я не знаю, как они эту фотографию туда засунули, но хоть бы подумали, что они делают. Что хочется сказать поберухе? Поберуха — это самая настоящая хапуга, ты самый настоящий жмот, ты просто жлобя и скряга. Вот действительно, друзья мои, ну и, конечно же, там были положительные отзывы. Там писали: «Олечка, спасибо тебе большое за твою прекрасную продукцию. Мы, мол, попробовали твое маслице, попробовали твое сало, такое все вкусное, такое прекрасное, из-за твоего вкусного масла стало больше готовить выпечки, больше выпекать и так далее». Ну, послушать этих людей, они никогда, отродясь, нормального сливочного масла не ели, и нормального сала тоже никогда не ели. Ну, уверена, друзья мои, что, конечно же, основная часть этих комментариев, отзывов у Лёльки, да, на этом, значит, сайте Олюшка, это, скорее всего, естественно, опять же, нужные люди писали все эти отзывы-комментарии. А вообще, мне просто интересно, они хотя бы видели, как все это дело Лёлька готовит, как у них по кухне кто только не бегает, да, как они в этой же одежде, в которой, значит, бегают по сараем, потом благополучно гонят, готовят, сепарируют это молоко, делают масло, да, и все на свете. Ну, ребят, и в заключение, вы знаете, в заключение что хочется сказать? Вот эта женщина, которая сидит в наглую, да, то есть я опять же скажу о том, что хозяин барин, кто сколько считает нужным, да, она как хозяйка, так скажем, может выставить абсолютно любой ценник, здесь я согласна. А, как говорится, личное дело каждого, покупать ее товар или не покупать ее товар. Ну, блин, если ты по полной программе имеешь своих зрителей, срываешь, как с них, как говорится, последние штаны, последние трусы, говоришь о том, что тебе не на что жить, просишь у них на лечение 30 тысяч рублей и на таблетки, хотя это лечение нужно тебе и твоему мужику, да, с которым вы вроде как там пытаетесь объяснить, что вы заделали очередного ребенка, то мне хочется сказать, ты посмотри на ценник в своем прайсе, в прайс-листе, и пойми, что ты очень легко и просто можешь набрать вот эти вот 30 тысяч рублей, там у Лёльки есть еще определенные наборы продуктовые, да, по 4 с лишним тысяч рублей за набор, это какой-то кошмар, ребят, я просто в шоке. И продавая по таким завышенным, друзья мои, ценам, сдирая буквально последние штаны со своих зрителей, она еще имеет наглость просить у них 30 тысяч рублей себе на лекарства, себе на лечение и так далее. Это, конечно, просто нечто. Я таких людей, если честно, никогда не видела. Вот когда я озвучивала ценники фермера, у которого, допустим, покупают очень многие, да, продукцию, он ни у кого ничего не просит. У него своя техника, у него своя ферма, на которой мы бываем очень-очень много раз, да. У него, как говорится, они сами работают, не стонут, хозяйство у них большое. Да, продают они, конечно, вот я говорю, 3 литра молока у них стоит очень дешево, 210 рублей за 3-литровую банку. Когда Лёлька просит 157 рублей только за 1 литр коровьего молока, ребят, 2000 рублей за килограмм масла. Ну, как бы все понятно, да, но если ты продаешь по таким ценам, то какого черта, опять же, ты просишь у людей? Ну, в общем, теперь понятно, почему Лёлька ездит без конца в Москву, почему она собирает заказы на вот эти вот продуктовые наборы, на эти продукты, потому что они у нее по ценнику золотые, и, знаете, там можно действительно жить за счет вот этого всего и как сыр в масле кататься. Но мы-то с вами прекрасно понимаем, несмотря на то, что Лёлька сказала, что со следующего года, с весны они будут уже прибыль, как говорится, делить на этом фермерстве, да, прибыль получать с этого хозяйства, но я уверена, как просила она, так и будет продолжать просить. В общем, как-то так. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.